Изучать государственный язык бесплатно и при помощи новых технологий. Впервые в угольной столице по инициативе отдела культуры и развития языков города Караганды был открыт лингофоном мультимедийный кабинет по изучению казахского языка. Он расположился в Центральной городской библиотеке имени Ауэзова. Применение инновационных способов, технических и мультимедийных средств, новых программ, виртуальных и визуальных упражнений делают обучение казахскому языку здесь более эффективным. Кабинет оснащен оборудованием почти на 7 миллионов тенге. При этом обучаться может каждый желающий совершенно бесплатно. К слову, по статистике в Караганде лишь каждый второй владеет казахским языком, в то время как глава государства в своем послании отметил, что 95% казахстанцев должны обучиться государственному языку. Владение тремя языками, то есть государственным языком, русским языком и английским языком – это задача первостепенной важности. И здесь как раз именно, наверное, скажем так, первый шаг к решению данного вопроса, потому что со временем здесь будет изучаться, углубленно изучаться не только государственный язык, но и английский язык, русский язык, ну и другие языки.